have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы проходим через врата стены лупуса или люпуса, или как она называется, люпуса. И идем мы дальше, за вторым кусочком меча, который находится далеко, но мы, ребята, бравые, блин, мы колемся об кактусы, мы ничего не боимся, но нам 33-й, 31-й, давайте, может быть, и осилим. Спасибо. Да, блин, хорош меня топтать. Вот так. Ты там, например, не знаю, сдохнуть не хочешь? Вот так, спасибо. Иди сюда. Он не так сильно дерется. Нам просто показали, как их убивать, кстати. Опа, спасибо. На примере того, нам просто показали, как их убивать. Блин, что это за призрак какой-то? Денежка. Против денежки я ничего не имею. Ёпарасете! Он еще и со щитом! Он еще и очень мощный, дядька! Офигеть! Это что сейчас было нафиг? Так, берем мага. Не-не-не-не-не, чувак, иди сюда. Эту штуку надо по-другому убивать. Так, хорош, топтать его. Спасибо. Ух. Нет! У него щит. Очень, блин, мощный чувак. Прям... Туманного мага. Туманный урон. Кстати, туманный урон у нас... Привет. Все, нормально. Давай подлечимся немножечко. Да, в некоторых случаях проще переключиться за мага и дать компьютеру играть за воина, потому что такие моменты прям жесткие бывают. Шлем шторма, да, улучшился. Теперь он дает, может, теперь стоит его, кстати, и одеть. О, я же в нем ходил, кстати. Ну, и атака 10%, я не знаю. А тут у нас стойкость к молнии, ну, вот фу, нас пока что молнии не так часто-то и бьют. Ладно. Вот это быстрое перемещение уже открывал? Наверное, открывал. Да, по-моему... Ай, да хорош! По-моему, в прошлый раз как раз его и открыл. Ладно. Отстань! Иди сюда. Чувак так магии фигачит не в тему. Ну, блин, ладно, давайте сохраняться. О, у нас тут есть побочный квест. Так. Ну, давайте посмотрим, что они от нас хотят. О, парочка кот и пес. Муртастично. Я кормилица. Мой котенок в опасности. Спасите его. А-а-а! Три этих. Я содержу приют для брошенных детенышей. Мой котеночек малыш Йо. На самом деле, один из воспитанников приюта. Сюда идет
Лапатруль. Если они найдут малыша Йо, они заберут его. Кормилец дает немного редкого котовника. Чудища, чудищам это нравится. Может, раскидайте его по городу, чтобы отвлечь патруль? Ах, ты мой самый старший воспитанник, малыш А. Он поможет вам разобраться. Он типа по буквам алфавита всех называет. Хорошо, вперед, возвращайтесь ко мне, как закончите. По-моему, сейчас не самые лучшие вещи делаю, ну ладно. Фантастически, иди сюда скорее. Я чую, чудище где-то рядом. Как раз только слюнки потекли. Вы че завели? А, сэр, нас всего трое, я не думаю. Ты абсолютно прав, солдат. В таких случаях мы бежим. А, ну осталось только чудищ победить, да? Смотрите, они бегут, но все-таки нам лучше держаться на безопасном расстоянии. Собачье печенье этой кучки не отступит без, не отпустит нас без боя. Ты вообще нормальный, блин? Валим, валим, валим. Фух. Чуть восстановимся, что ли? Спасибо за помощь. Вот ваша награда. Шлем скаута улучшился. Круто. Как раз то, что я нашел. Нужно отвезти малыша я отсюда. Идите навстречу к кормилице. 11 тысяч стоит, прикольно. Насколько я еще, кстати, понял, что, возможно, когда 2 черепа это 20 какой-то уровень, 3 черепа 30 какой-то уровень. Ну, или это немножко не так работает. Вы вернулись. Я должна отправить малыша Йо в Фелингард. Ему там будет безопаснее. Поможете? Да, давайте. Я думаю, отправить малыша Йо в Фелингард на лодке. Но мне нужны доски. Отметь на место, где склад досок. Помогите забрать их. Кстати, Фелингард это, по-моему, место же из... По-моему, из прошлой игры. Ну ладно. Доски. Это мое, вы не можете это взять. Да блин, я не хочу какого-то селянина обижать. Чувак, иди отсюда. Уйди! Блин, я из-за тебя сейчас еще и в пещеру войти не смогу. Уйди отсюда. Это как раз та пещера, которую мы зачистили. Ты офигеть, как неправ. Они здесь. Лучше поторопимся. Зачем ты меня... зачем ты меня отправляешь? Он тупо сбежал, да? А, я не могу, да. Прям прокатился по ним. Ну, чтоб тебя. Я не хочу с ними драться, я уже зачищал эту пещеру. Блин. О! Оленя кусок, иди сюда. Иди, иди. Блин. Их поведение не нравится. Ладно. Стой, я малыш Йо. Я не хочу ехать в Фелингард. А, вот кто ты, понятно. Моя семья здесь, вы должны разрешить мне остаться. Да пожалуйста, чувак, оставайся. Правда? Вы разрешите мне остаться? Огромное вам спасибо, возьмите это. Огненный посох улучшился, круто. Как раз вещь, которую я ношу. Я пролаю извинения насчет досок. Вы сможете найти кормилицу позже, чтобы убедить ее разрешить мне остаться. Окей, это было несложно. Заберем денежку. Может, мы к кормилице вернемся позже? Что вы думаете? Давайте немножечко сходим по основному заданию, а то мы не успеем. К кормилице мы вернемся попозже, к тому же у нее уровни идут по нарастающей. Стоп, а туда я не могу попасть, да, сейчас? Какой уровень?
А, 35-й, фу, блин, мне показалось 45-й, да. 35-й мы можем себе позволить. Она не дает ответа. Вы нашли торопливо нацарапанную записку. В засаде забрали сокровище, убежал. Тайная тропа! Тайная тропа. В засаде сокровище. Ну, чё-то меня тупануло разочек. Получается, туда я попасть никак не могу. Давайте хильнемся немножечко. Должно что-то случиться. 35 уровень, кстати, пойдемте. Блин, больно. Да сдохни уже. Хватит на нее убивать. Оу, да, с каждым уровнем наше, ну, у нас увеличится здоровье, и лечение у нас тоже становится сильнее. Вот, это хорошо. Блин, оно мне теперь стало нифига не помогать, это лечение. Переключаемся. Сжигаем их нафиг. Офигеть, как больно! Ты бы не тратил бы щит, например. Нам лечиться еще нужно. Блин, кстати, этот сундук дергается, из него что-то вылезет. У меня такое ощущение. Шлем солдата собаки. Получен опыт 20%. Офигеть. Мне это надо. Так-то по-хорошему. Что мой шлем мне сейчас дает? 10% атаки, 31 хпшки. 31 хпшки потерять я смогу пережить, наверное. 10 брони к тому же. Да, не придется его... Не придется, я его одену. Нормально, кот в шлеме собаки. Ну, короче, и другие... Зря сюда пошел, я тебя понял. Блин, нас тут поубивают. Спасибо. Ух, может эти остановятся. Тома королей, пробуди свою внутреннюю силу. Новая магия? Урагав. Максимальная магия также увеличилась. Урагав. Четыре урона. Ну давайте его сюда накину, потому что у него есть уже три магии. Я тоже хочу себе три магии. Как я потом в ту сторону пройду, вот этого я пока не знаю, блин. Древнего властителя. Блин, 50! 50!
Может, я его потом прокачаю, все-таки буду носить, хотя он минус 30% жизни дает, но прям... А, это выход, неплохо. Так. Это выход с другой стороны, что ли? Да! Офигеть! Я не знал, я просто пошел пройти данж, а оказалось, что я пошел правильно. Ураган. Ай, короли, думаю, волк уже внутри. Сложность 2, ну пойдемте, да. Быстрее, нам нужно добраться до обломка раньше волка. Йоу. Это рэпчик, йоу. Но он уже добрался, скорее всего, да? Да, он уже там. Наконец-то я отберу, обрету абсолютную власть. Блин, тамбовский волк, тебе власть. Чувак. Да не подставляйся, пожалуйста. Смотри, какой урон они наносят. Блин. Вообще два безхпшных собрались. О, сработало, хватило маны. Да ладно тебе. Хоть немножечко подлечиться. Ну что ж, ключик, поехали. А вы мне хотите случайно таким образом намекнуть, что я мог вообще нафиг не сражаться с ним, да? Угу. Чудовищная сила не дает открыться этому сундуку. Чудовищная. Может, тут водятся какие-то чудовища? О, привет. Я за денежкой зайду, вы не переживайте, хорошо? Денежка такая штука, всем нужна. Ох, по сотенке раздали, хорошо. Сотенные монетки. Так, ты давай это... Да! Блин, он, они прям вливают тонны урона. Хорошо. Давай, гасим последнего. Лечимся немножечко. Я даже пол хп себе не восстановлю этим, да? Ну, хоть что-то. Но мне бы и второй открыть тоже. Я бы сходил бы, например. Мне интересно, что там за бонус. Да, я бы сходил во второй. Пойдемте, мне интересно. Ого! Это, кстати, знаете... Привет, чувак. Это мне напоминает... Ай, блин. Уровень из второго Диабло. Да уйди! Уровень из второго Диабло. Там в локации Лутхолейн можно было попасть в этот лабиринт... Блин, я забыл, призыватель, не призыватель. Блин, я забыл, как этого парня звали. Вот, и он был немножечко похож на это все. А, мне в любом случае надо было сюда идти, я понял. Хорошо. Там тоже были, в общем, такие вот мостики в нигде и космос и всякое. Привет, чувак, давай.
Прекрати это делать! Я сожгу. А, это кстати. А, я думал, он уже готов. Я такой успокоился. Это вот эта магия, кстати, это прикольно. Это то, чем пользовался хот-то-дога против нас, вихрь. Я что-то ее поставил и даже ни разу ее не воспользовался. Она прикольная. Успокойтесь. Валим! Валим! А, эта тварь меня чуть не убила. Это было капюшон пурпурного ниндзя. Важный шанс. 10%. Важный шанс — это крит? Это где? Нинечку, не надо мне говорить, что то, что я сейчас открыл сундук, мне сбило хилку. Это было бы чертовски обидно, на самом деле. Ты кто такой вообще? Давай, до свидания. Нужно убить мелких. Его остановил. Не-не-не. Пока я мелкого не убью, ничего не случится. Нет! Фух, блин! Так, пока он в этом пузыре, тоже с ним ловить нечего, я понял, да? А так он... А, вот это то! Чуть не отхавал. Так, в этом пузыре он ловит урон. Хорошо. Ну, как бы... А то он горел сейчас, если что. Валим! Ты ж, ёпер, СТМ. Меня сейчас убить может, кстати. Вставай! Дружище! Перестань! Впитывать! Урон! Блин, я сейчас вообще на грани. Вставай. Давай я за мага поиграю. Давай я поиграю реально за мага, потому что... Ух ты ж. Вставай, 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 чувак, вставай, вставай. Это сложно. Дайте под... Нет! Черт. Отличись. Сколько раз он нас тут убивать будет, я не знаю. Иди сюда. Ну, я думаю, мы его все-таки осилим. Ну, было бы глупо, у него уже больше чем пол хпшки нету. Сгори, тварина. Он впитывает неплохо и магию, и обычный урон. Просто что у него жизни дофига, он себе щит ставит. И убивает нас практически ваншотно. Спасибо, что подставился, чувак, молодец. Сгори, скотина. Не жадничаем, не жадничаем, он уже почти сдох. Чертов Басецкий. Буревестник, урон от молнии и 9. Ну, как бы
если его прокачать, эта штука, возможно, будет очень крутой, так что нужно подумать над этим. Фух. Доспехи шторма, стойкость к молнии 20. Тоже круто. Так, волк. Это осколок наш. Властитель Элиус предсказал ваш приход. Если честно, я поражен тем, что Кири так низко пала. Это не важно, ведь вам не вырваться отсюда живыми. Мы, кстати, неплохо ему урон вливаем. Если у него не будет второй фазы! То так-то... Валим. Тот босс был даже немножечко посложнее. Но я не верю, что я его убил. Это, скорее всего, был или какой-то двойник, или отвлечение, пока он забрал осколок. Лорд Волк послал мне сказать вам это. Все, это было иллюзией, королевский обломок уже у меня. Ну, то, что я вам сейчас сказал. Прошу, не трогайте меня. Я не буду его трогать. Ну, блин, он попросил. Ну, типа, он машет мечом, да, но... Он нам ничего не делает. И... Его прислали, чтобы сказать это. Ну, нормально. Бедный чувак. Ну, я предполагал, что... Ну, почему льву мы не могли нанести урон, а волку мы вдруг можем нанести урон? Ну, согласитесь. Окружены, ваш конец близок. Да грустно, правда, ведь у вас столько общего. О, хот-то долго. Постойте здесь подольше, ваш хот-дог подгорит. Вперед! А, нас портнули? Броня, вам везет, вы добрались вовремя. Да, вовремя для чего? Обломок у Валка, он отнесет его в престол Люпуса. Это его столица, что будем делать? Точно то же, что и делаем, когда заканчивается кетчуп. Импровизировать! Блин, это заканчивается. Ладно, похоже, у Хотта есть план, найдем его позже. А пока давай приготовимся. Приготовимся. Да... крутяк, у нас есть теперь новые задания от музыканта. Есть, наверное, задание Яжматери, если можно ее так назвать. А вот, есть основное задание. Я считаю, мы неплохо сегодня продвинулись. И серия получилась довольно хорошей. Поэтому мы, наверное, пока что здесь закончим. Ребятушки, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.